Заседание общественной палаты, по сути, свелось к выступлению одного человека – мэра ОМО Сергея Петрова. Говорил в основном о работе. Глава территории признался, что формирование своей команды еще не закончил. С момента последних назначений прошло не так много времени, а на руководящих постах уже новые люди. Такие точные кадровые решения – это изменение структуры администрации. На мой взгляд, она была не совсем, мягко говоря, совершенной. Мы ее меняем. Я немножко высвобождаю первого зама для решения именно инвестиционных задач. На хозяйственный блок был принят зам Александр Александрович Лысов. На встрече коснулись проблем, требующих скорейшего решения. Это, например, электроснабжение в садоводствах и контроль за управляющими компаниями. Но здесь полномочий администрации ОМО недостаточно. Необходимо взаимное участие и района, и города. Сергей Анатольевич, вы сейчас очень часто говорите, решаем вопросы с руководством города. Вопрос такой, кто вообще управляет городом? Сергей Петров пояснил, что обсуждать легитимность кадровых решений в администрации города – не его компетенция. В данный момент обязанности главы города исполняет Ольга Жураковская. И с ней удается находить пути решения актуальных проблем. Евгения Шильникова, Михаил Тырышкин. Местное время.